берем первую связку ударную для самостоятельных тренировок, то есть, чтобы вы смогли ее разобрать дома самостоятельно. Ну и дома тренировали. То есть она простая. Первая. Нейтральную стойку становимся. Ну, можно просто нейтральную для начала. Можно начинать как с передней руки атака, так и с задней. Неважно. Первая идет у нас прямой удар. Получается. Раз. Второе движение у нас идет боковой. Нижний и третий боковой в голову. Раз, два, три. Раз, два, три. Запомнили? То есть раз, два, три. Раз, два, три. С ногами что у нас? Сначала мы делаем прямой, мы стоим на месте. Раз, два, три. Раз, два, шагнули, пошли по треугольнику, одновременно нанесли в печеночку удар, в данном случае. То есть, раз, два. Этот момент надо поймать. Раз, два. Раз, два. И закрылись. Еще. Раз, два. И три. Уже вес перенесли полностью на правую ножку. Боевое применение. Сначала медленно. Ударили. Атаковали, увернулись от удара. Взорвались. Если медленно все прочувствовали, уже можно взрываться. Когда мы начинаем делать первый удар, у нас по сути нога сразу уходит по диагонали, по 45. То есть мы еще не ударили соперника, нога уже у нас идет. То есть мы раз, два, три. Очень важно. То есть мы за одно перемещение делаем три удара. Получается раз, два, три. Ну это медленно. Видно, не видно? То есть мы делаем раз, два, три. Вот. Я начинаю только вот ниже бить, и нога сразу вылетает. То есть. Заныриваем не сильно много, там слишком далеко не надо. Буквально вон, совсем чуть-чуть. Просто я. Да, я уже.
Так, как у нас было? По-настоящему. Вот, вариант. Сейчас покажу, как отрабатывать данную связку на манекене, но ее можно отрабатывать на мешке. Это можно вкладываться в удар в полную силу. На манекене надо использовать защитные накладки. Смотри, ты бьешь как боксер. То есть, вот, раз. Ты ныряй. Первый удар это у нас он так. Обзор закрыть. Не факт, ну там, сила удара, она не особо будет большая. Ходок. Давай, мы там еще это не делаем. Нормально, не оглох.